дорогие друзья, меня зовут Иван, и недавно я решил записать песенку, основанную на реальных событиях. Так как таких вокальных данных не имею, пытался обработать голос разными эффектами, фильтрами, автотюном. В общем, не судите строго. Там маме помогал, я литру читал, полчаса я в день на компьютере играл, чайник закипел. Посмотрел, хоть и без подливы, но я кашу всю доел. Получал оценки в школе с плюсом 5. Маме похвалился, можно поиграть. И скачал я доту, и пошла жара. И забил на школу, нафиг мне она. В доте видел смысл жить. Мне хотелось больше всех убить. Появилась, завались пробел. Я скачал фифу и давай рубить футбол. Чайник я не снял, видео отнял. Нифига себе драма, мама, ама, криминал. А родник подумай о своей собаке. Все-таки пора было бы убрать ее саке. Удаляй-ка доту, удали Майнкрафт. Посмотри-ка в зеркала, кто не видел смысл жить.